Еще раз хочу сказать, что ведь до двух последних зим было еще шесть предшествующих. И шесть предшествующих зим город и убирался, и чистился, и мы не подвергались критике, знаете, проблемы, но не было. Но если два года подряд, особенно последний год, это стихийное бедствие, реальное стихийное бедствие, это реальный форс-мажор. Мы делали все возможное и обеспечили нормальную жизнедеятельность города, при том, что я признаю, действительно проблемы были, но поскольку мы самый северный мегаполис, поскольку такого объема снега не было за всю историю Петербурга, при тех все-таки там ошибках, которые были, которые мы исправляли, другого ничего сделать было невозможно. Что касается там кампании против Петербурга, ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Начался политический сезон, естественно, идет политическая борьба – это борьба за власть. Для некоторых все методы хороши. Использование любых предыдущих технологий,